Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале «Свет миру». Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем обильных Божьих благословений. Дмитрий Дмитриевич, начну с вопросов, которые больше всего интересовали наших зрителей. Они писали об этом под видео. Вы сказали о том, что вирус рукотворный. Подтверждена ли эта информация? Люди тиражируют новость о том, что, дескать, китайцы проводили эксперимент над летучими мышами, и вроде как одна вылетела, и вот результат. Отсюда возникает еще один вопрос. Коронавирус передается через животных, и вообще животные болеют этим вирусом? О том, что вирус рукотворный, здесь скорее больше догадок, здесь, безусловно, необходимо мнение экспертов. На чем основывались мои убеждения о том, что это рукотворный вирус? В 2015 году Билл Гейтс сделал великолепный доклад, в котором сказал, что наибольшая опасность для мира – это пандемия коронавируса. 5 лет назад. 5 лет назад был получен грант на создание коронавируса, который представлял в Америке, который представлял собой гибрид между коронавирусом, который выявлен как раз у летучих мышей, и SARS. Более того, тогда же в журнале Lancet и Nature были опубликованы статьи, посвященные именно вот такому искусственно создаваемому коронавирусу. Ну и, наконец, есть мнение авторитетных ученых, которые даже называют место, где создавался этот вирус. Лэри Романов даже называет точное место, где был произведен этот вирус. Это США, Форт Детрик. Ну, трудно нам оценить эту информацию, но тем не менее нам хорошо известно, что в 2015 году в Америке патент на создание коронавируса в его основе QX-вирус из Китая был получен именно на коронавирус. То есть финансирование абсолютно понятно, для чего и где это было проведено. Это было в институте Пирбрайта, 2015 год. Я же исхожу из того, что коронавирус на сегодня имеет в себе как бы две частички от коронавируса известного природного и одну частичку, которая взята от вируса иммунодефицита человека. И, собственно, природе создать такое, ну, достаточно сложно. Ну и, наконец, информация Сингапура о том, что второй тип потерял часть своего генома. То есть то, что создано природой, оно очень стойкое. То, что создается руками, оно как раз теряет свои свойства при перезаражение от одного человека к другому. То есть, другими словами, чем больше одним вирусом заражается людей, тем в конце концов он меньше по своей активности, он теряет свою вирулентность и опасность. Ну, безусловно, здесь, конечно, окончательный вывод должен быть за учеными, политиками, дипломатами, вероятно, так. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Желаю всем обильных Божьих благословений.